Приветствую вас, я постараюсь разобрать вашу проблему. Наверное, перед тем, как отвечать на ваши вопросы, мне бы хотелось делать несколько таких уточняющих комментариев. Вы сказали, что детей у вас нет, живете вы с мужем много-много лет вместе. А детей нет из-за здоровья. Из-за здоровья кого? Мужа или вас? Это важный вопрос. Во-вторых, то, что вы сказали, что до вас мужчина содержал свою сожительницу с ее детьми от другого мужчины и тратил деньги на ремонт, на ее ремонт в ее квартире. И спрашиваете вы, что с вами не так. Суть заключается в том, что это не с вами что-то не так, а с мужчиной что-то не так. Вот он тратил деньги на свою сожительницу тогда. Потому что она себя так вот поставила. Поставила она себя так, что он вот должен на нее тратить все деньги. И он на нее все деньги и тратит. Ему это не нравилось, и как видите, они разошлись. Проблема в том, что не тратить деньги на свою сожительницу мужчина не мог. Тогда. Он не мог этого сделать, он не мог это прекратить. Потому что это это уже началось. И глупо было бы делать шаг назад. И у мужчины остался комплекс, что его женщина из него, по сути дела, тянет деньги. Вот она тянет, 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 тянет деньги из него, тянет деньги. И он этого не хочет. Его это нервирует, ему это не нравится, его это напрягает. Он опасается, что вы станете еще одной сожительницей. Точнее, как станете еще одной сожительницей? Нужно здесь, по возможности правильно понимать, о чем идет речь. Это дело не только в том, что вы станете еще одной, сколько в том, что вы будете ставить мужчину в такое же положение, что и его сожительница ставила его. А этому ему неприятно, это ему не хочется, этого он боится. И дело не в вас. И мужчина вас любит. Более чем уверен, что он вас любит. Почему-то вот у меня такое ощущение есть, что он вас любит. Просто появился у него комплекс. Не у вас, а у него. И так вот случилось, что ничего с этим комплексом человек поделать не может. И остался страх, возможно, да, есть страх, что его используют, страх, что он один все делает и так далее. И вам, если вы его любите, если вы хотите быть с ним, нужно постараться его понять в этой ситуации. Я не говорю принять все, что он делает. Принимать нельзя. Понять. И поговорить с ним по душам. Сказать, ну вот давай на чистоту. Вот. Ты же не видишь, что я трачу свои деньги на нас, на семью. Скажи, чего ты хочешь? Что я должна делать, по-твоему, для того, чтобы ты был спокоен? Скажи, чего ты боишься? А ваш мужчина именно что боится? Вот попробуйте с ним поговорить в таком ключе. Попробуйте несколько раз, не один раз. Если он вас любит, какой-то результат это принесет. Если нет, значит, то это значит, вы тогда поступаете правильно. А вы поступаете верно.
Другое дело, что есть несколько интересных моментов, в которых вы пишете, что вот мужчина говорит, что не тратит деньги, которые вот вы ему показали в распечатке. Ну, имеется в виду в том отчете, который вот бухгалтер вас предоставил. И, если честно, как-то вот это вообще, ну, он говорит, что он их не тратит. А кто тратит тогда? Как-то вот, а вы говорите, что он неоднократно берет свои слова назад, когда речь заходит о раздельном бюджете. А потом во время ссоры, например, снова упрекает. И вот здесь мне не очень понятно, вы как будто бы знаете своего мужчину не до конца. Почему он не несет ответственность за себя в этом плане? Почему вы не можете додавить его в контексте того, что либо у нас раздельный бюджет, либо ты ничего не говоришь? Складывается ощущение, что, возможно, из-за возраста, из-за различия в возрасте между вами, вы его как будто щадите. Я вот не хочу сказать, что вы его прямо щадите. Но складывается ощущение, что вот вы, при том, что вы явно уверенный в себе человек, явно реализующийся, явно знающий, чего хочет и так далее, вы его как-то щадите. Может быть, скидку делаете на возраст, может быть, что-то еще. Но вот этот момент, он совершенно непонятен. Вот. Дело здесь совершенно не в вас. Вот вы опять пишете здесь, что за комплексы у меня. А я вот не вижу, например, у вас комплексов. Я вижу проблему только в том, что вы никак со своей позиции не определитесь. То есть, либо вы ведете совместный бюджет с мужчиной, как вы сейчас это делаете, либо вы не реагируете на его упреки. Либо вы с ним разговариваете и пытаетесь выяснить. Либо вы ему четко говорите, что прости, дорогой, но я не хочу так жить, меня не устраивает так жить, я не хочу, чтобы ты все время попрекал меня деньгами, например. И поэтому, соответственно, либо ты перестаешь это делать, либо ты понимаешь, что у тебя проблемы, и обращаешься к психологу сам, либо мы с тобой расстаемся. Тут как бы вариантов-то на самом деле немного у вас, по факту. Вот. Комплекс не у вас, комплекс у мужчины. А у вас только вот есть, может быть, некая неуверенность в себе, и, как я сказал, не до конца оформленная позиция. Вот. Да, по сути, когда вы, если вы сделаете раздельный семейный бюджет, ну, по сути, у вас будет ситуация, при которой формально вы уже будете как бы в браке по расчету, и фактически мужчина таким образом вас как бы от себя отвращает, и это видно, это заметно, особенно потому, что вы говорите про то, что противно и так далее, и так далее, и так далее. Ну, еще не поздно это все решить, еще не поздно обо всем поговорить, еще не поздно назвать к мужчине и попробовать как-то выяснить, что им движет. Мне вот, например, кажется, что он именно боится того, что ситуация повторится с его сожительностью, вот как она была, с его сожительностью, как она и с вами повторится, и мужчина этого боится. Вы считаете почему-то, что то, что он содержал ее, это играет во вред вам, то есть это минус вам, типа он ее содержал, а вас он содержать не хочет. На самом деле в другом дело, что он это их содержал, но он делает это себе во вред, как бы не нарвался. Это условно, я сейчас говорю, в том плане, что из-за его такой деятельности появились у мужчины страхи некоторые. Комплексы появились. Подозрения появились, может быть, излишняя меркантильность появилась, и так далее. Ну, и вам самой, по моему мнению, следовало бы определить для себя грань
когда вы говорите о щедрости, что для вас щедрый человек, что для вас жадный человек, сколько вы считаете мужчина должен тратить на вас, сколько вы считаете вы должны вкладывать, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Потому что здесь тоже, на мой взгляд, наблюдается определенная проблема именно в позиции, в вашей позиции. То есть, если вы говорите, например, что ваш мужчина не жадный, значит, он не жадный. А если вы говорите, что ваш мужчина как бы не щедрый, как вот вы называете его, что он не щедрый, так понятие щедрости, к сожалению, это, ну, у каждого свое понятие щедрости. Каждый щедр настолько, насколько он может быть щедрым, это тоже нужно понимать. И весь вопрос в том, если вам откровенный вред в том, что мужчина с вами, например, щедр, ну, допустим, недостаточно для вас. То есть, вот, ощущаете ли вы как-то вот себя униженной, да, из-за этого? Чувствуете ли вы себя из-за этого более, как бы, ну, в проигрыше, более страдающей и так далее? Это тоже, на самом-то деле, очень важный момент, который вам нужно в первую очередь проработать для себя. И потом уже для другого человека постараться это донести. А у вас получается так, видите, что вы говорите, вот, я изначально этот вопрос не подняла, а потом спохватилась, и, в общем-то, было уже чуть ли не поздно. К сожалению, правильно, было уже чуть ли не поздно, из-за того, что вы сразу не похватились, мужчина занял свою позицию в этом отношении. И вот вам теперь придется отстаивать свое, по сути, право на нормальные финансовые отношения, понимаете? А вот. Что вам можно еще сказать? Значит, признак ли это того, что мужчина вас не любит? Нет, это не признак. Это признак наличия у него страхов. И либо мужчина под предлогом того, что может вас потерять, начинает с ними работать, либо вы идете по пути отдаления от него вплоть до развода. Более что детей у вас пока нет. Я верю в то, что мужчина вас любит, но также понимаю то, что любви здесь явно недостаточно для того, чтобы нормализовать ситуацию. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.